Сегодня у нас Xperia ST26i и не работает динамик верхний. Снимаем батарею, разбираем телефон. Ничего сложного. Здесь еще один болтик находится под резиновым колпаком. Обращаю внимание, средние болты короче. Вот они у нас. Не путайте. Еще один болт. Тоже короткий. Снимаем панель заднюю. Просто отстегивается. Здесь еще один болтик длинный. Снимаем. Сняли панель. Здесь находится динамик. Чтобы его достать, нужно снять плату. Отстегиваем вот этот паз. Вот так отодвинули плату. Лучше, конечно, ее снять. Хотя динамик можно и так всунуть, но нужно посмотреть посадочную поверхность, чтобы она не была, чтобы не было накипи, воды. Отодвигаем вот так шлейф. Потому что здесь находится у нас еще один вот разъем экрана. Убираем прокладку резиновую. Отстегиваем. Снимаем аккуратно. Давайте снимем кабель. Вот он кабель. Аккуратно снимайте, потому что его очень легко сломать. И плата у нас остается вот пристегнута вот этим разъемом только. Тут она у нас плата. Вот динамик, который мы должны поменять. Вот контакты этого динамика. Окиси нету. Чистые. Снимаем динамик. Старый скотч лучше оставить, не помешает. Ставим новый динамик. Новый скотч появился, да? Ставили. Вставляем шлейф экрана, тачскрина точнее. Застегиваем, ставим на место шлейф. Кнопки
Не забудьте застегнуть антенну обратно. Застегнули. Ставим панель. Давайте сразу проверим, поставим батарею. Включаем телефон. Закрутим два верхних болта, чтобы динамик законнектился со своим разъемом на плате. Проверим динамик. Звук появился. Таким образом, за 6 минут буквально мы решили вопрос со звуком. Подписывайтесь на наш канал, собирайте телефон, не путайте болты. Еще раз напомню, вот здесь, здесь и вот здесь ставятся короткие. Все остальные места длинные болты. Ставьте лайки. Всем удачного дня.